Короче, друзья, всем привет, с вами снова я, Бог, и мы на Изи Дропе. И в честь этого события давайте разыграем сегодня 355 рублей на ваш киви-кошелек. И ваша задача абсолютно простая, дамы и господа, это написать к этому ролику 3000 комментариев. Сегодня необыкновенный ролик, и почему он получился таковым, вы узнаете, досмотря ролик до конца. И вообще, вы знаете, что Изи Дроп это один из топовых сайтов, если не самый топовый, и снимаю я его практически каждый день. Это очень жесткий проект, и почему, вы опять же узнаете, досмотрев ролик до конца. Не забывайте, что у меня есть реферальная программа, и ссылочка на нее есть в описании. Переходите, регайтесь и зарабатывайте вместе со мной на Изи Дропе. Так что давайте начинать. Ну что, ребята, 40 тысяч рублей, и меня зовут Бог, у меня сегодня ролик по Изи Дропу. Наконец-то, кто не знает, друзьяшки мои, в прошлой серии мы забрали перчатки Порог, стоят они 98,5 тысяч рублей, и кажется, я даже вошел в топ пользователей за неделю, правда, не на топ 5 мест, а где-то на 7 место, к сожалению, в месяц я, по-моему, не вписался, или вписался, ну-ка. А если в месяц, то за месяц я на 14 месте. Короче, охренеть, просто охренеть, что дает нам этот сайт. И я сегодня закинул 30 тысяч рублей, и с промокодом на 35%, опять же, с моей партнерки все это есть, и в описании этот промокод будет, ребята, поэтому если вы не знаете, где здесь промокод на 40-50%, вы можете зайти в описание и ввести мой промокод. Короче, в 40 тысяч у меня есть колесо бонусов, давайте откроем, один спинчик есть, один я уже израсходовал до записи ролика, и надеюсь, ребята, вы поставите лайки, потому что я очень стараюсь записывать эти ролики, бесплатный кейс какой-то достался. Вы можете бесплатно открыть любой кейс, но это неинтересно. Короче, барабан бонусов, реферальная система, ну и, собственно, сами кейсы. Нам сегодня нужно, ребята, открыть что-то, что вот прям окупит. Бесплатные кейсы, кстати, такая штучка интересная, если вы вдруг не знаете. Если пополняете баланс там на 1000 рублей, вам доступны первые 3 бесплатных кейса. Если там на 5000, то первые, точнее, вторые, там, четвертые, пятые кейсы. Не знаю, максимально странно объяснил, но тем не менее хочу вам сказать, что мы их сегодня откроем и обязательно их протестим и посмотрим, что они вообще могут выдать. Но сейчас вот первым делом, кстати, хочется открыть что-то необыкновенное, что обычно я не открываю. Возможно, кейсик новенький, новая операция. Кстати, напишите, как вам новая операция, понравилась, нет, вот спустя столько времени. У меня, кстати, прошел конкурс на моей страничке ВКонтакте, обязательно подписывайтесь, там есть все новости. Прошел конкурс на 10 боевых пропусков, это огромная цифра, и мне кажется, что вам обязательно стоит участвовать в новых конкурсах. Я, кстати, скоро новенькие конкурсы и запущу. Но кейс так неплохо себя оправдывает, вот сейчас, конечно, так себе. Короче, 41 тысяча, ребята, и вот что можно открыть на эти деньги? Давайте вот с вами хорошенечко поразмыслим и посмотрим, что можем позволить себе. Вот есть, конечно, топ-кейс, но мне на данный момент интереснее открыть шанс ножа 80%. Это вот такой кейс, который может, ну, прям вообще ничего не дать. А может прям хорошо дать. Вот, видите, за 3000 получаем голубую хвою, благо баланс у нас позволяет еще что-то открыть. И посмотрим, что выпадет. Блин, я надеюсь, что шанс ножа 80% даст нам что-то интересное. Блин, волн, опять голубая хвоя. Когда? Когда этот кейс уже соизволит выдать? Вообще, ребята, записываю сейчас на MacBook, не на комп, поэтому может быть разрешение там и качество картинки не самое лучшее. Но стараюсь вас все равно радовать роликами, пока на отдыхе нахожусь. И поэтому, ну, сами понимаете. Короче, я сейчас беру отчаянный шаг. Открываю 3 раза этот вонючий кейс, и не дай бог он мне ни одного ножа не даст. 17 тысяч просрать. Охренеть. Ну, хоть один дай. И ни одного не дал, вы понимаете? Ни одного ножа. Охреневший кейс. Просто охреневший. Я еще раз открываю. Мне вообще насрать. Ну, сейчас-то уже можно. 20 тысяч осталось, капец. Сейчас весь баланс так и просрем. Ну, слава богу. Ну, хотя бы так. Сколько ты? Ага, 34. Супер. Еще нож хочу. 34 есть, это хорошо, ребята, 34. Так, 20, господи, поймали, ёб твою медь. Еще можно? Нет. И вот 3. Охренеть, еще и волны. Вот и все. Вот на этом вся и песня, ёб ты, закончилась. Ребята, ну это же разъеб. Ну сколько здесь? Здесь 84 косаря. 3 ножа охренительных, просто, ну, великолепных ножа. И спасибо сайту за это. Шанс ножа. Господи, я знал. Я прям реально вложился в него всеми силами. Охренеть, 80к. Блядь, да это же прям реально лучший сайт сейчас, который существует. Ну, о чем говорить, если я даже на этой вонючей машинке ноутбук
который, блядь, вообще ничего не тянет, выбивая такие скины, из дроп вообще неважно, где хоть на телефоне, вы можете охренительный дроп выбить. Вы понимаете, что я с бесплатного кейса, ёб твою мать, сейчас за 1000 рублей поймал скин. Ну реально, ребята, всем максимально советую без какой-то иронии, без шуток зайти и попробовать свои силы на easydrop.net. Но это... Вот мои ролики вам должны о чем-то уже говорить, блядь, то, что я уже столько серий записал, и он выдает, ну, намного жестче, чем вот другие сайты. Это прям, ну, видно невооруженным взглядом, будем честны, потому что, ну, какой еще сайт может дать с тридцатки сотку? Ну, блядь, это реально пиздец. Ну, вы, я думаю, замечали, что вряд ли, да, там 100 тысяч ты из 50 получишь, открывая кейсы на другом каком-то проекте. Или 2500 с бесплатного кейса, то есть ничего не тратя, 2500, ну, вообще на лайте. Как будто так и должно быть, понимаете? Это вот вообще пиздец. Я в шоке. 3 топовых ножа я поймал. А купил 2 раза, если не в 3. Это лютый контент, ребята. Я надеюсь, вы уже поставили лайк. Давайте сделаем вот такой контракт обмена. И посмотрим, что, собственно говоря, нам Easydrop'ик сегодня отдаст. Ну-ка. 500 рублей. Привет из прошлого. Так. Не надо нам приветов из прошлого. Слушайте, я надеюсь, это не все. У нас еще есть баланс и еще есть бесплатный кейс под номером 6. Ну, может быть, еще 1000 на 20 было бы прям шик и блеск. Но если нет, то нет, я пойму, как бы Easydrop, не переживай. 1000 рублей киберсп... нормально. Так, откуда он-то выбил? Это какой-то персональный кейс, наверное, был. Давай-ка я его тоже открою. Конь-собака, заебись. Прикиньте, нож выпадет, я охерею. Не, ну это невозможно, да? Да. А. Ладно. Ну, пацану повезло, я ему 400 подарил. Ладно, давай-ка бесплатный кейс. Сразу же откроем один вот так вот. Залетим. Кровавый спорт. А, ну, даже не кровавый спорт. Второй залетим на фасте. И третий откроем медленно. Ребята, вот это самый топовый кейс. Отсюда с бесплатного дропа может упасть очень много дорогих ножей. И, в принципе, много чего интересного. Но, к сожалению, нам снова падает кровавый спорт. Вот хотя бы кровавая паутина, вот это бы поинтереснее было. Так, ну чё вам скажу, в принципе, это уже можно потихонечку-то выводить. Оп, оп, оп. И вот, вот это вот можно уже как-то, ну, продать и на контракт какой-нибудь там пустить, я думаю. Не на контракт, а там на тайное. Все, все скины у нас приходят, ребят, забираю все при вас, опять же, дабы показать, что сайт абсолютно честный и что я там ничего не вырезаю. Спокойно при вас забирают, как вы, открываю кейсы, абсолютно, да? И рекламирую свою ревку, да. Ну, чтобы заработать и больше пооткрывать. Потому что шансы на этом сайте, ну, пиздец. Посмотрите ролики других ютуберов, не могут же всем платить, блядь. Так, ФАМАС. Нормально. Ну, то есть я о чем говорю? Что здесь реально, ну, как бы, можно выиграть. Скины вам выводятся. Все, заебись. Ну, вот, все, уже устал. Ну, вот, Easydrop устал. Хотя, может, еще что-то как-то надоел. 900... 1300, ну да, да, вот он уже 1000. Надо забирать, надо останавливаться. Это как бы, ну, уже вот сам сайт нам умоляет уже остановиться и перестать забирать у него скины. Ага, 2600, ни хрена себе он просит остановиться. Ненуарчик мы себе как бы, ну, немножечко припрячем, дамы и господа. Потому что это дорого, это красиво. И все на этом. Ладно, тогда давайте это все заберем. Но я покажу вам парочку, наверное, раз трейды уже пришли, наверное. Нет, еще не пришли. Вот это все будем забирать. В принципе, у меня в инвенте это все увидите. Ну, или вот при вас сейчас возьму зуб тигра один тупо заберу. И дальше там что пойдет, что не пойдет. Участвуйте в моих конкурсах, друзья. Следите за новыми роликами. Я, в принципе, их выпускаю каждый день. На микрофон был Бог. Спасибо вам за внимание и хорошего вам Нового года.